Добрый день, маленький обзор подсолнуха. Не было времени попасти. Сіно, все время той. Вот такой подсолнух сейчас. Наверное, еще пару деньків и будем уже окучивать, підгортать. Мы его не полем, а сразу окучили и все. Как раз хорошо повернулся так. Рядочки видно. Такий ось подсолнух. Ну есть декой-де бур'янець, конечно. Сейчас покажу. Ну не сильно, но есть. Ось, бачите, такий подсолнух. Даже есть падалиця, он посходила уже. Ще, скажу, пару днів і будем підгортати. Ну так, пока на вид нормальний. Що дальше буде, подивимося. Чи він оправдає свої деньги, чи ні. Раньше мы дешевый сеяли, это в этом году посадили дорогий. Так что вот так вот. Скоро зернові косить. Сейчас, может, и пройдусь по зернових. Там, где ячмінь посеянный с пшеницей. Уже озимий у нас тут начали косить. Ми озимий не садимо. Отака ось пшеничка. Уже шелестить. От таке зернятко. Так що вже скоро і сіна перейдемо на зернові. Так що так. Добре. Зараз на паузу покажу. А ось пшеничка з ячменем. Бачите, як у нас полять, блядь. Чи підгортає. Раз и заехал. Ай-яй-яй. Ну, что ты сделаешь? Ось. Сейчас выйду на сонечко. Может, будет чуткость. Это у нас тут підсівали ячмінь яровий. По пшениці, бо ми приїхали, була поганенька пшеничка. Рішили підсіять, бо хто його знав, ми не знали, чи вискочить, чи не вискочило. Ну, коротше, підсіяли та й заразом удобрили. Так що отак от. Такі діла, скоро вже на зернові будемо переходити. Вже жовтіє. Все, всем удачи, пока, всего наилучшего, здоровья и урожая всем, дождиков надо, конечно, всем, хороших только дождиков, не таких, чтобы было, ну, такой ячменюк, сейчас. Без градів, а просто дождика хороша. Все, всім удачі, пока.